Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Гарри, да не дыши ты так тяжело. Мы продолжаем играть в Silent Hill, первую часть. Мы находимся в какой-то дьяволической версии этой начальной школы. Сюда мы попали совершенно непонятным образом. В последней серии мы, среди прочего, открыли дверь вот здесь, в соседней комнате. Теперь мы знаем, куда идти. Но нужно пробраться. У нас там вот за этой дверкой прячется сразу три детеныша этих адских. Поэтому нужно быть аккуратным. Отсюда мы не попадаем, как вы помните. А вот отсюда у нас с помощью непонятной дверки есть проход. Жуть, да? Все-таки первый Silent Hill — это одна из лучших игр именно в визуальном плане. Не в плане графики, а в плане именно вот новаторства, стиля. Это от него все пошло, вот эти вот все приемы в хоррорах. Да. Сейчас такое встречается сплошь и рядом. Ой, кровище. Туалеты какие-то. Неприятные. В этом туалете, по-моему, у нас в прошлый раз, когда еще мы были в человеческом облике этого места, плакал ребенок. Теперь тут просто все в крови. Но вроде как ничего прям такого уж хорошего тут нет. Ладно. Откуда? Ты не пройдешь. Хорошо, уходим. Жутковато на самом деле, несмотря на то, что графика, блин, да я уже сотый раз повторяю, графика абсолютно не впечатляет, но при этом страшно, блин, до жути. Хотя, по большей части, повторюсь, игра, она не пугает, а просто давит своей атмосферой. Я никогда сильно не боялся Silent Hill, но мне всегда было очень интересно в него играть. Фу, так. Что здесь? Здесь труп лежит. Вроде как все. Да, неприятное местечко. Хорошо. И что же мы делаем? Эта дверь откроется вообще, нет? Давайте посмотрим карту. Я что-то путаться начинаю. Так, здесь у нас два туалета. Подожди. Мы попали на второй этаж. Как мы попали на второй этаж? Мы же только что на первом были. То есть мы были вот тут вот внизу. Интересно, девка пляшет. Это мне получается, если я сюда сейчас опять зайду и выйду, то я покажусь на первом этаже. Интересные приколы. Так, я сейчас вообще... Сейчас я на первом. Выхожу. Да, вот он первый этаж. Блин, странно. От врата, конечно, полнейший. Он меня не схватит, когда я это обрез или что это возьму. Дробовик. Взять его? Конечно, взять. Не оставить же тут. Гарри, ну что за вопросы? Распятый труп. Жуть какая. Я с тобой полностью согласен. Ой, ладно, валим отсюда. Что-то как-то... Не знаю, последние серии две, вот этот вот Эмберт на заднем плане, который долбит по ушам, он просто пугать начинает. Хотя я с собой не замечал, что меня там как-то может напугать какая-нибудь вот такая вот старенькая игра. М-да. Так, что-то мне в этот класс уже неохота. Учительская. Сколько у нас патронов-то? 15. И тут еще. О, так у нас патронов-то.
Полно. Я просто сейчас не успею во всех попасть, поэтому меня порежут. Что там по здоровью? По здоровью, кстати, все плохо. Поэтому давайте подлечимся. Вот так вот. Давайте через другую дверь попробуем войти. Убьем одного, спрячемся. Да что ж ты? Да твою... Сволота. Фу, ну вроде все потухло уже. Так, со здоровьем все отвратно. Хорошо, аптечку. По крайней мере, тут можно выдохнуть. Тут уже больше никого нет. И все. И ничего нет. В этой комнате вообще... Комната абсолютно бесполезна. Черт, я вообще сюда... Ой, блин, просто представить вот так вот, да, как вы находитесь в этом месте. Да ну нафиг, врагу не пожелаешь. Так, вторая учительская. Теперь мы перебрались за перегородку, похоже. Это что? Патроны? Телефон, да? Ой, тут их много. Кажется, телефон сломан. Этот вообще не активен. Ну хорошо, я-то думал. Он же сломан вроде, нет? Шири. Это был голос Шерри. А как мне ее найти, Шерил? Да, жутко потерять ребенка, особенно в таком месте. Просто жутко. Так, открыли что-то. Давайте осмотримся. А, это у нас другой вход. Все понятно. Это, кстати, хорошо, что мы сюда теперь можем попасть. Так, подъем наверх, спуска вниз нет. Нашим легче. Меньше, значит, шансов заблудиться. На этом этаже есть кто, нет? Так, здесь где-то у нас бродят эти детишки, потому что, вы помните, мы там поднялись на этом лифте. Ну, не лифте, то есть в туалет зашли и оказались около перегородки. Тихо. Я слышу тараканов. Они там, что ли? Нет, там обычный ребенок. А тараканов что-то даже и не видать. То есть, знаете, что я хочу сказать? То, что находится вот между этой перегородкой и той, около туалетов, это просто пипец. Там совсем нехорошо все. Поэтому я туда не хочу. Ну, сейчас давайте мы сходим сюда. Да что ж это твоя дивизия? Да как же так? Ну... Вашу мать! Вас не слишком ли много тут? Да давай уже, ну... Все, готов, походу.
Ох, неприятное место. Так, что по здоровью? Терпимо. Да, комнатушка, конечно. Не совсем знаю, куда именно я иду сейчас, но, по крайней мере, мы услышали нашу дочь. Так. Давайте пойдем вниз тогда. На юг. Это что там было? А, это труп. Здесь более-менее спокойно. Ой, не надо вот этих звуков, пожалуйста. Прям по нервам бьют. И все похоже, больше тут ничего нет. Только выход наружу, а там у нас просто куча этих тварей. Давайте попробуем двустволку на них. Это, я так понимаю, два выстрела за раз. Поэтому врагов нужно подпускать как можно ближе и лупить с одного выстрела, чтобы убить. Да. Не сильно впечатляет, но в принципе пойдет. Я не буду тратить все патроны, потому что твари совершенно не подходящие под них. Свалите вы! Да что ж ты делаешь, Гарри? Ой, меня сейчас убьют, ой, убьют. Ты посмотри, увидели, он кругами ходил назад. Это как это вообще объяснить? Ненавижу этого уж. Готов. Ох, какая пакость. Да, пощипали. И как я и говорил, здесь, похоже, совершенно ничего нет. И зачем я это все проделывал, я не понимаю. Ну, я просто должен был это сделать. Ну-ка, куда это нас приведет дверь? Да, эта дверь нас приведет. Ну, в принципе, я не знаю, может, там есть, конечно, что-то хорошее. Но ладно. Больше патронов жалко. Ладно, пойдем сюда. Так, спокойно. Сначала заглянем в класс музыки. Не заглянем. Так, это все. Отъехал. С болота. Фу, блин, что-то как-то сложновато становится жить в этой игре. И мне бы сохраниться, пожалуй. Вот, смотри, тут прям ломилось что-то, как-то такое ощущение. Перепроверю здоровье, потому что я как подумал, сколько мне сейчас бежать назад, если меня убьют. Вернее, по новой. Мне резко поплохело. Подожди, это самое... Та самая раздевалка, где была кошка, что ли? Да, это она. Приготовьтесь. Но теперь-то уж точно будет что-то похуже. Я в этом уверен. Блин, они специально камеру таким образом поставили, что я не могу видеть эту. Ну... Отлично. Внутри ничего нет. Кроме кровищи. Ой, блин, аж передергивает всего. Надеюсь, вы смотрите эту ночь в наушниках. Ой, блин! Твою мать. Только сказал. Ой. Ключ библиотечного фонда. Взять его? Конечно, взять. Нет, оставь тут. Ну что ж ты, Гарри, за человек-то такой, ну? О, блин, испугался.
плечо. Куда мне с этим плечом? Дайте подумать. Наверное, в библиотеку. Так, я, пожалуй, пройду в эту дверь. Постараюсь спуститься по лестнице. А, конечно, пройду, как же. Ну ладно, в принципе, понятно, что делать. Хорошо, хоть какая-то зацепка. Вот как-то тут не... Ой-ой-ой, куда я попал? Не хочу даже знать, что это было. Они же только что, там никого не было. Фу. Так, я хочу спуститься вниз, сохраниться. Для этого мне нужно... Интересно, а для чего мне мячик этот? Я думаю, скоро это выяснится. Так, это с этой стороны, или стой? Я все путаюсь. Да, с этой стороны не то. Все, понял. Нам нужно идти сначала сюда. Сейчас по-быстрому вернемся. Да блин, ты посмотри, тут кругом уже... Кто-то появился. Ой, таракан. Ладно. Таракан, это не страшно. Так. Минус. И минус. Все, хватит уже убивать меня постоянно. Уф, так, ну и давайте сохранимся. В принципе, давайте на этом закончим, наверное. В следующей серии пойдем дальше к этому библиотечному комплексу. Посмотрим, что нас там ждет. Но, судя по всему, мы уже подбираемся к развязке этого места, и в ближайшее время мы выберемся из школы, есть такое ощущение. Но сначала мне нужно отдохнуть, эта игра почему-то сушит мне нервы, хотя, в принципе, ничего особо страшного я в ней не вижу. Но какое-то напряжение, вот именно в котором она держит, не знаю, почувствуется ли оно во время просмотра серий, но лично для меня играть в игру тяжеловато, она на меня давит. Не знаю, но тем не менее, очень нравится, как это, блин... Это странно объяснить, короче говоря. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Комментируйте, ставьте лайки. Все как обычно. Увидимся в следующей. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.